А сейчас на сцену выйдет лауреат нашего фестиваля. Первый обладатель гран-при фестиваля «Виктория». Офицер спецназа, кавалер ордена мужества. Встречайте, Олег Кухта. Над полями синие туманы, тянет лист тяжелая роса. Скоро строгий утром рано будет холодить твои глаза. Птицы проплывут по небу мимо, криком разрывая сон тиши. Я прошу вас обратить